Протест – это явление. У нас протест был в 90-е годы, он долго длился, этот протест, потому что там рушилась империя. Потом протест, были несколько всплесков протеста в 20-е годы. Вот самое новое, у нас был протест в 2009 году и был протест в 2015 году. Все, протеста нет, протест это не люди, это явление, социальное явление, как и сам протест, он имеет свои причины, имеет, он не просто вот так, что захотел шор, поднять людей, или захотел Дадон поднять людей. Не будет, нету протеста. А все то, что... Протеста нет. А то, что мы видим, вот это пародия на протест, это пятая колонна, это шор, который хочет получить пространство для жизни на свободе, потому что если его осудят в Молдове, его могут посадить в Израиле. Этот человек завязан на эту кражу миллиарда. Этот протест, он протест, я тоже начал говорить протест. Вот это, вот то, что мы видим на улице, это не протест, это реакция человека, который борется за свою свободу. А этих людей используют.